Короче, меня уже смотрит почти 700 человек, а я никак не могу загрузить интернет нормально. Так, отлично. Так, ребят, во-первых, хочу сказать, я навела панику на самом деле. Информация оказалась ложной. Больные не 40 тысяч человек, а гораздо меньше. Официально, насколько я знаю, там 65, да, или 68. Вот, так что панику не наводите, но все равно будьте бдительны, осторожны. Где? Я дома. Будьте в любом случае осторожны. По поводу Дани, пожалуйста, я, честно говоря, настолько устала отвечать на это все. Ребят, вот чисто принципиально не буду отвечать. Честно, не обижайтесь. Без обид, но действительно уже как бы, ну, не актуально. Вообще не актуально. Так. Решила себе сделать чаек. Чаек с бутербродами. Сейчас, одну секунду. Взяла себе паштет печеночный. Я вообще люблю паштет. Вот так что буду сейчас делать себе бутеры с паштетом. А, нет, я не у Бали. Так что так и не позвонила? А кому я должна была позвонить? Соскучилась по проекту. Ну, вам честно сказать или соврать? Давайте я воздержусь лучше от ответа. Вот, не буду ничего говорить. Кто любит паштет, так как люблю его я, мне можно есть хлеб на ночь в любое время. Вот, я вешу 40 килограмм, поэтому могу себе это позволить. Как поддерживаешь фигуру? Ребят, на самом деле у меня есть пара секретов, о которых я сейчас пока делиться не буду. Оставим это тайной. Но, а так, на данный момент мне мои формы не нравятся. Я сильно сейчас худая. Вот, я бы набрала еще килограмма 3, вот, чтобы прям идеально. Килограммчика 3. Поэтому пока могу себе позволить поесть паштет в 9 вечера. Или сколько там сейчас время? Уходя оттуда еще с тем парнем. Так. Ребят, мне очень приятно, правда, то, что, во-первых, очень много положительных комментариев. Вы меня так сильно любите, мне очень приятно, правда. Потому что знаете, что я вас люблю не меньше. Правда. Вы у меня самые лучшие. Самые-самые. Руки сильно худые. Руки действительно очень сильно худые. Ну, блин, ребят, я пока ничего с этим поделать, к сожалению, не могу. Вот, собственно, ем сколько могу, как могу. Я думаю, что наберу. Ничего страшного. Вот. Видите, паштет печеночный, вкусно, очень, запах, во всяком случае, хороший. Так, ребят, вы меня извините, если я при вас буду кушать. Те, кто еще не ужинал, рекомендую поужинать вместе со мной. Потому что я только освободилась. У меня сегодня была очень крутая съемка. Вот, позже все увидите, узнаете. Очень крутая. Фотки должны быть просто бомба. Я же фоточница. Я раньше, до проекта, у меня были постоянные съемки, фотосъемки в разных вариациях. То есть там, например, какая-нибудь мокрая съемка в ванной, ну, красивая, короче. Необычные.
Вот. А с проектом я, видите, немножко подзабросила свое детище, так сказать, свое любимое. Почему не отвечаешь, ушла или нет? Потому что, ребят, я уже миллиард раз вам на этот вопрос отвечала. Я на данный момент в отпуске. Сейчас я вешу порядка где-то 40 килограмм, плюс-минус. Так, сейчас, ребят, извините. Я не курю. Крайне редко могу покурить айкос. Угу. Вы извините, что я при вас.